Теперь мне надо сказать слово. Мэгин. Получилось. Ворота опускаются. Загадка Брока. Больше убавляешь, больше становится. Нет уж, я так просто не сдамся. Раз ты так расстроен, он уже победил. Закончили копье. Стоп, молчи. Пусть Брок мне все расскажет. Сделаем вид, что меня тут не было. Просто в гости зашел? Загадка Брока. Может, ответ это ничего? Больше убавляешь, больше становится. Ничего. Хватит. Нет. Потом продолжим. Если память мне не изменяет, в этом направлении должна быть та огромная статуя, а за ней и молот Дурлина. Тебя подвел. Говори, дух. Это ты? Отец, я тебя не вижу. Я был недостаточно быстр. Прости, что бросил тебя. Твой отец мертв. Что? Нет. Он пошел за вторым кладом в одиночку, чтобы уберечь тебя. Стремясь защитить друг друга, вы оба прибыли на эти острова поодиночке и в результате... Какой же я дурак. Ну, спасибо, что вы сказали. Может быть, теперь мы с ним снова увидимся. Какая жалость. Они хотели сберечь друг друга, но оба погибли. В этом кроется урок. Что теперь? Мы заберем сокровища, а потом вернемся к отцу. Зачем? Закончим то, что они с сыном начали. Осторожно, сзади!
Какой прекрасный вид. Брат, еще рунная плита. Теперь слово. И он сохранился в целости, в отличие от его воли к борьбе. Отнесем ему молот. Муспельхеймское семя собрано воедино. Нужно отыскать мистические врата. Может, найдем испытание Сурта. Скорей!
Вряд ли кто-то уцелел. Кого не завалило обломками, тех растерзали эти твари. Темпами вы быстро набьете руку. Не пойму, хотел он нас подбодрить или все же обидеть? Все сразу. Выход уже совсем рядом. Вот это улов! Наши искатели сокровищ не зря за ним охотились. Пожалуй, надо рассказать отцу, что стало с его сыном. Thank you.
А ты не любишь загадки? Нет. Ты просто не слышал хороших загадок. Вот, в юности я длинная, а в старости короткая. Кто я? Свеча. Ага. Слышал ее уже? Нет. Ага. Ну что, понравилось? Нет. Где твой сын? Прошу, скажите мне. Он погиб, пытаясь отыскать второй клад. Вам пришла в голову одна и та же мысль? Нет. Это я виноват. Он тебя слушался. Да. И так делают все сыновья. Надо было взять его с собой. Мы были бы живы и сказочно богаты. Вместе. Не вини себя. Он обрел. В любом случае, спасибо, что сказали мне. Я буду искать его в Кельхейме. Хорошо, что мы это сделали. Да. И Атрей, думаю, тоже будет рад. Да. И все-таки должна быть загадка, которая тебе понравится. И я ее найду. Не надо. Слово сказал, она и исчезла. Что это? Тишина. Верно! Это был не ответ на загадку. Похоже, Дурлин стал запирать двери. Понимаю. Все равно я так думаю, что он ведет дела из пивной. Фрея, хочешь загадку? Если хочешь, ногой по лбу. Отгадала. Я разобралась с одним патрулем Эйнхерии. Тут должно быть безопасно. Про остальной город не скажу.
Похоже, армия оккупантов всех разогнала. Никого, как в комендантский час. Снова вы. Это из-за вас головорезы Одина шастают по городу. Если тебя это утешит, мы убиваем всех эйнхериев на нашем пути. Эй, полегче. Может, лучше выйдем на улицу? Здесь у нас мирная атмосфера. Твой молот. Спасибо. Может, против прихвостней Одина толку от него не так много, но когда ребята его увидят, поймут, что мы не сдались. Пока еще нет. Не думал, что еще когда-нибудь его увижу. Мне кажется, вряд ли насилие на улицах убедит горожан, что можно выходить. Цветок. Искрошит. Смотри.
щитом! Закончили копье? Стоп! Молчи! Пусть Брок мне все расскажет. Сделаем вид, что меня тут не было. Спасибо за помощь. Я был рад встрече. Когда ты наймешь вышибал? Дурлин. Кратос. Извини за то, что так говорил о твоей жене. Не стоит. Нет. Позволь извиниться. Ощущение копья вся отца в спине побуждает к поискам прощения. Достаточно, если ты замолчишь. Ну, как скажешь. Ты говорил о борьбе. А вместо этого пьешь. Ты ничего не знаешь о моих планах. Они уже в действии. А пока что я не планирую отправляться в Альфхейм в трезвом виде. Если асы меня продырявят, уж лучше я буду в стельку пьян. Ты смотришь. На тебя трудно не смотреть. Будь у гномов твоя силища, Один бы никогда не навел тут свои порядки. Моя сила не зависит от моего тела. Конечно. Дурлин? Хочешь сказать спасибо за свежий воздух, которым дышишь? Мы остановили буровые машины. Я понял. Сделаем вид, что все в соответствии с 97 статьями регламента по безопасности, регулирующего управление, обслуживание и остановку указанного горнодобывающего оборудования. Как угодно. Все равно спасибо. Это много значит.
его!
Еще одна поэма Квасира. Нашли Тюра. Даже не знаю, кому из нас в заточении пришлось хуже. Ему или мне? Ты сказал, тебе хоть было на что смотреть. Да. Но еще я видел восходы и закаты. День за днем. Ощущать, как жизнь проходит мимо. Такого врагу не пожелаешь. Вот только разве что Одину.
повал! Тебя атакуют сзади! Статуя. Ее сделали для асов? Да. А затем ее выкрал Альтьёв вор. Кажется, это все артефакты мятежников. Как будешь готов, отнесем их Броку. Thank you.
получилось? Мастер Кратос, вы блестяще с ним справились. Мне твои похвалы не нужны. О нет, я вас обидел. О нет. Мне кажется, ты его расстроил.